Щелково для страны. Завод фильтрационные технологии 5-й год работает в промзоне на улице Заречная, выпускает более 1 миллиона промышленных и бытовых фильтров в год. По приглашению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова в минувший вторник на предприятие приехал вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин. В Щелкове он не впервые. Полгода назад уже приезжал с рабочим визитом на производственный комплекс компании «Пластмаст Групп», Щелковский насосный завод «Эна» и в ЗАО «Щелково Агрохим». В нынешний свой визит Дмитрий Курочкин приехал вместе с представителями профильного комитета торгово-промышленной палаты. Гостям показали, как ведется выпуск фильтров для систем вентиляции, кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации. Продукция фирмы работает в газовых турбинах, аэропортах, на железнодорожном транспорте, поставляется компаниям «Газпром», «Лукойл», «Росатом» и многим другим. Очень хороший технологический уровень, очень высокий менеджмент, как мы убедились, и, что для нас очень важно, очень хорошая степень взаимопонимания и сотрудничества с торгово-промышленной палатой и с властями городского округа. Ну и это определенный оптимизм и определенные, скажем, надежды внушает. Завод фильтрационные технологии сейчас занимает в своей отрасли внушительную долю рынка России – около 30%. Это одна из ведущих компаний по производству фильтров для систем вентиляции, кондиционирования воздуха. Профессиональная компания, которая решает любые вопросы, связанные с воздухоочисткой. То есть это мы инжиниринговая компания и можем решать любые вопросы с воздухоочисткой, связанные с воздухоочисткой. На встрече Дмитрий Курочкин выразил готовность оказывать всестороннюю помощь менеджменту фирмы в развитии производства и увеличении выпуска продукции. Здесь задействуем весь инструментарий, который у нас есть. Мы работаем, естественно, и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне, и на отраслевом, и на межотраслевом, поскольку те проблемы, с которыми мы на любом отдельно, что называется, взятом предприятии сталкиваемся, чаще всего они носят более общий характер, который нужно решать сообща. Мы услышали сегодня и проблемы наших предприятий, и их успехи. Безусловно, такой симбиоз государственного и частного сотрудничества приведет к результатам, положительным решениям сегодняшних проблем на наших предприятиях. Компания «Фильтрационные технологии» является членом торгово-промышленной палаты городского округа Щелково. Сейчас в фирме работают более 250 человек. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.